Почти 100 борцов встретились в эти выходные в Кирове. 96 юных спортсменов, это воспитанники 7 спортивных школ Кирова и Кирово-Чепецка, собрались на базе спортшколы «Юность». В рамках регионального первенства ребята смогли показать свои силы в 15 весовых категориях. Причем боролись они не только за грамоты и медали, но и за место в сборной области по греко-римской борьбе Приволжского федерального округа, состав которой будет защищать честь региона в Саранске уже в октябре. Но, по словам организаторов, кто именно поедет на первенство, пока неизвестно. С выбором судьи определятся лишь к концу недели.